Оставаясь верным своим традициям, ИПАК Юлибанк запустил новую услугу денежных переводов на виза карты клиентов посредством мобильного приложения. В целях еще большего удовлетворения клиентов финансовые учреждения внедряют новые виды услуг. В частности, ИПАК Юлибанк также продолжает внедрять новые виды услуг для создания удобств клиентам. Чтобы узнать о них, обратимся к специалистам банка. В настоящее время внедряются новые виды услуг, в частности, возможно, дистанционное управление системой денежных переводов «Золотая корона». Для этого клиенту необходимо обратиться в ИПАК Юлибанк, получить виза-карту, зарегистрироваться в нашей системе, скачать мобильное приложение, и с его помощью он сможет получать денежные переводы. Если сейчас клиенты могут получать переводы по «Золотой короне», то в дальнейшем они смогут получать переводы по другим системам денежных переводов. Данная услуга разработана совместно с платежной системой «Золотая корона». Лицо, отправляющее денежные перевод, вводит ФИО и номер телефона получателя. Получатель нажимает на кнопку «Переводы «Золотая корона» в разделе «Другое» мобильного приложения. Для получения перевода клиент заполняет необходимые графы, то есть свои ФИО, реквизиты своей банковской карты, коды CVC2, CVV2, после чего денежные средства тут же попадают на его карту. Когда я решил завести карту Visa, чтобы облегчить вообще все свои процедуры с получением денег, я сделал заявку, вот выписал карту Visa. Теперь я могу спокойно, даже не приходя в банк, получать из дома на свою карту Visa денежные переводы «Золотая корона». По словам специалистов, планируется введение данной операции и в другие системы денежных переводов.